Всем привет! Сегодня хочу показать вам результат сращивания двух разных сортов адениумов. Вот вы как видите, они хорошо срослись. Сейчас я хочу их полностью вытащить из земли и посмотреть корни и показать вам, что получилось. Ну, потом немножко его подкорректировать обрезкой. Просто я хочу вырастить красивое растение в первую очередь, а потом оно уже и будет цвести, и будет иметь красивые формы. Смотрите, какие вот у него место, вот видите, вот не обманываю, все срослось. Причем у них стал утолщаться каутекс, стала наращиваться попа. И потом в дальнейшем очень будет интересно. Прекрасно. Вообще, вот знаете, вот он немножко как бы вот здесь вот отстает. Из-за того, что каудекс стал утолщаться, место сращивания немножко стало отходить. Я, видимо, рано сняла у них эту самую. Я вот просто хочу сейчас их вот так вот перевязать, чтобы они, ну, вместе росли. Вот, решила я пленкой липкой его стянуть, и пока он будет расти у меня вот так, чтобы он не чтобы его не расперло в разные стороны. Вот это место, чтобы они вместе. Я его немножко стянула еще, потому что у него верх как бы рассоединился из-за того, что каудекс стал набирать формы. Вот. Я его немножко стянула, чтобы он хорошо там прям вот, ну, не рассоединился, чтобы. И сейчас его обратно посажу. Корешочки у него все хорошие. Здесь вот прям вообще как будто нога туда загнулась. Вообще интересно очень. Потом будет такая вот попка у него, видите, сзади. Вообще прикольно. Очень потом интересный экземпляр будет. Сейчас здесь тоже подкорректирую после посадки. Сажу я в ту же почву. Почва хорошая. Так, рыхлая.
Но пока что я его весь полностью углубляю, чтобы он наращивал попу. Говорю, что я хочу в первую очередь вырастить, чтобы красивые формы были растения. Я ему сейчас это все буду срезать. Буду срезать вот так. Вот так. Все веточки. Вот. Из этой обрезки обработаю спиртом. У меня вот здесь спирт. Срез. Из-за того, что я ему сейчас обрезала макушку, он сейчас будет здесь утолщаться. У него будет нарастать попа. И здесь еще больше появится почек. То есть крона будет пушистая. И, соответственно, в дальнейшем будет больше бутонов. Конечно, маленько как-то сместила, потому что у него там неровно. Еще. Пусть так сидит. Я сделала вывод такой. Я немного поторопилась, рано сняла пленку. Из-за этого у меня что получилось? У меня верх, из-за того, что каудекс стал утолщаться, верх немножко отошел. Вот это сращивание расцепилось. Вот. И у меня остался вот прям низ сросшенный. Так что, чтобы ошибки такой не повторять, как я сделала, нужно подольше держать пленку, не убирать. Прям, чтобы он, знаете, вот прям хорошо сросся, тогда только пленку снимать. Пусть он даже месяц стоит, чтобы он наверняка сросся. А я сняла, наверное, недели через полторы. То есть это вот мало времени. Он как бы уже схватился чуть-чуть, но он все равно его раз это самое рассоединился вверху. Так что вот у меня вот так он пока будет сидеть. Потому что он сейчас все равно будет утолщать здесь каудекс. И я боюсь, чтобы там он не разорвал место сращивания. Ну все, всем спасибо. Пока-пока. Всем удачи. Подписывайтесь на мой канал и не забывайте ставить лайки.